С вами Алексей Барышев, и это первое видео из серии «Чек-лист успешного партнера компании THW Global». Здесь мы разберем регистрацию в компании THW Global. Для тех, кто уже зарегистрирован, я рекомендую все равно посмотреть это видео, так как здесь будут разобраны все нюансы и тонкости при регистрации. Итак, друзья, поехали. Вы каким-то образом попали на страницу регистрации. Это может быть с помощью видеоловушки, прямого перехода по реферальной ссылке, либо на вебинаре. Как угодно, короче, вы могли попасть на эту страницу регистрации. О дополнительных инструментах мы поговорим с вами позже. А сейчас, вот, допустим, вы уже попали на страницу регистрации в компании THW Global. Для того, чтобы правильно зарегистрироваться, чтобы в дальнейшем у вас не было никаких проблем с вашим аккаунтом, вы должны следовать нескольким простым правилам. Значит, первое. Вы должны быть совершеннолетними в вашей стране, там, где вы проживаете. Если вы проживаете в странах СНГ, то, насколько мне известно, во всех этих странах совершеннолетие наступает с 18 лет. Это первый момент. Второй момент. Вы должны быть живым человеком, физическим, которого в случае необходимости вы сможете подтвердить документально. Так как компания разрешает регистрировать несколько аккаунтов с одного компьютера, вам будет необходимо, возможно, в дальнейшем подтвердить то, что вы являетесь живым человеком. Имейте это в виду. Поэтому все данные, которые вы здесь указываете, указывайте реальными, вот, чтобы в дальнейшем у вас не было проблем. В том случае, если потребуется верификация, вы не сможете подтвердить то, что вы есть, тот, кто вы есть. И вся работа, которую вы проделаете, чтобы она не была просто в один момент удалена. Да, и вы просто не получите ожидаемых результатов. Итак, друзья, приступаем к регистрации. Я здесь буду заполнять тестовый аккаунт. Вот поэтому данные могу указывать, какие хочу. Вы указываете свое реальное имя, фамилию. Имя и фамилию обязательно указывать латиницей, то есть английскими буквами. Русские буквы здесь не проходят при регистрации. Отдельно хотел бы сказать по поводу электронного адреса. Самым лучшим вариантом для компании THW Global будет являться адрес gmail.com. Я настоятельно рекомендую вам завести аккаунт gmail.com для того, чтобы в дальнейшем вам доходили все письма, вся информация. Я крайне не рекомендую использовать почтовые адреса mail.ru, list.ru и тому подобные всякие ru, вот, в том числе и Яндекс, так как туда письма не доходят от компании, да и вообще в принципе вам будет вести очень сложно переписку с вашими партнерами, потому что вся информация, которая содержит название компании THW Global, Mail.ru напрочь блокируется, она просто не доходит никуда, даже в спам. Поэтому будьте внимательны и используйте именно аккаунт gmail.com. Если по каким-то причинам вы уже зарегистрировались на аккаунт Mail.ru, допустим, либо любую другую почтовую службу, то я крайне рекомендую вам завести отдельно аккаунт gmail.com и в разделе личного кабинета изменить ее. Не нужно перерегистрироваться, просто изменить свой электронный адрес в разделе User Info в личном кабинете. Об этом мы поговорим в следующем видео. Сейчас продолжаем регистрацию. Значит, вам нужно придумать имя пользователя. Отнеситесь к этому со всей важностью, так как имя пользователя и вот ниже вы увидите имя THW Global Site Name – это то, что увидит ваш партнер потенциальный. Исходите из того, что, возможно, вам придется продиктовать адрес вашей реферальной ссылки по телефону. И я сомневаюсь, что вы сможете продиктовать там, и главное, что вас сможет воспринять нормально на слух человек, там набор непонятных символов и так далее. Поэтому максимально простой, максимально короткий, тот, который вы точно сможете передать по телефону.
Как видите, имя THW Global Site Name уже тоже автоматически заполняется. Сейчас мы об этом поговорим. Далее придумывайте пароль, хороший, надежный пароль, потому что на данном этапе компания не сильно заботится о безопасности личных кабинетов, и здесь возможен перебор паролей, поэтому отнеситесь максимально и максимально к этому ответственно. Так, THW Global Website Name, на английском здесь в переводе имя THW глобальный сайт. Вот, значит, это начало вашей реферальной ссылки. То есть он будет выглядеть в данном случае ваш логин, потом .thwglobal.com. Далее вы должны выбрать страну вашего проживания. Вот, выбирайте из списка и нажимаете «Регистр», то есть «Зарегистрироваться». После нажатия на кнопку «Регистрация» у вас есть уже подтверждение вашей регистрации. Далее вам необходимо нажать на кнопку «Авторизоваться» либо «Логин» на английском. Теперь вы должны авторизоваться в вашем личном кабинете. Вводите свой логин и пароль. Нажимаете «Войти». Все, как видите, вы вошли в ваш личный кабинет. На этом первое вводное видео по регистрации в компании THW Global окончено. Рекомендую посмотреть следующее видео о навигации в личном кабинете, для того, чтобы вы знали, что где находится и как этим пользоваться. С вами был Алексей.